Милостивый государь, примите строгие заверения в подлинности фактов, кои изложены в рапорте, поданном на ваше имя. По вашему запросу уведомляю, доктор Арнольд проводил эксперименты с зараженными животными и вследствие этого мог иметь доступ к сыворотке. Смею предположить, что тайник с анатомическими пробами, похищенный им из лаборатории, располагается в морской крепости по сию пору. Об этом свидетельствует допрошенный лично мной доктор Плюшар, командир команды «Дантес-2» крепостного минного отряда, капитан-лейтенант Бахчиевский. Нифига себе! Это ж дрянь! Тут со Второй мировой лежит! Сапёр! Рот закрой! Иди слев вслед! А то потом твою задницу со стен соскребать придется. Черт, выберусь из этого дерьма, оторвусь по полной программе! Погоди! Посвети, малой. Впереди два рукава. Левый по 30 градусов уходит вниз. Этот наш. Пошли. Пацаны на месте. Полдела сделано. Лишь бы эта старинная малява оказалась не туфтой. Малява, туфта. Говори со мной нормальным языком. План самый, что ни на есть, музейный. Ты хоть знаешь, какая заработная плата у честных тружеников военного архива? Не знаю, не получал. И сколько я им за это? Отслюнявил. Люблю я эту страну. Сделай потише. Да пожалуйста. Сейчас. Вот тебе раз. Ты же на дачу собирался. С Днем Победы, Петрович. Пустишь незваного гостя? Заходи, заходи, раз вспомню. Я ненадолго. Мне еще дачу в порядок приводить. Давай, заходи. Ну, ты тут осмотрись, а я сейчас... Петрович, Петрович, уймись, я ненадолго. С дочкой на выходных встречаешься? Ну, ты же знаешь, у меня с бывшей уговор. Выходные мои. Ну, правильно. У тебя трое суток в полном распоряжении. От звонка до звонка, как договорились. Угу. Сегодня с ребятами на даче посидим.
Ага. Праздник, святое дело. А завтра с Ленкой в зоопарк. Жена пообещала ее на каникулах со мной в деревню отпустить. Кстати, насчет законного отпуска я ей побожился. Черти вы морские. Ты мне насчет отпуска не напоминай. Только что на Черном море отдыхали. Так, давай к столу. Петрович, да какой же это отдых? Не семафорь на мостике. Ну, за победу. За нее. Нас ведь, кто родился весной 45-го, так и кличут. Дети Победы. Заметь, не дети войны, а дети Победы. Дети, дети. Мой-то Димка уже. Постарше гнома. Так они виделись? Да нет, не пришлось. Не тебе объяснять. Пока я мотался по командировкам, жена забрала Димку и к матери. А где он сейчас? В Калининграде. В МЧС. Ну, еще по одной. Вчера, в преддверии праздника Победы, были подведены итоги ежегодных учений подразделений МЧС Северо-Запада России, в которых принимали участие спасатели из Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманска... Циркулярку в автобус! В автобус! И молоток туда же! Ну что, в анклав? А может, тормознемся? Впереди 3 выходных дня. Чего думать не видели? Не, мужики, вы как хотите, я домой к семье. Соскучился. Да брось. Местные коллеги намекали на неофициальную часть. Отдохнем, расслабимся. Путевки проштампуют 10 числом. Нет, устал я от этой зорницы. Пора уже и обсохнуть. Я домой, а вы как хотите. Так, споры пока оставить. Тем более программа учений еще не завершена. Сейчас пойдем в кают-компанию, там стол накрыт по случаю Дня Победы. Вот на месте и сориентируемся. Ну, ладненько. Я донышка не вижу. Не нравится мне все это. Да чисто здесь все. Вода в нижней точке. По пояс, не выше. Че встал? Время идет. Слушай, Кусто, я на мокрое дело не подписывался. Разговор был о легкой прогулке. Черт, мне мама даже запасных носков не положила. Что-то их долго не слышно. Если шухера не было, они уже на месте. Минут через 5 мы их услышим. Когда выйдешь на связь, свою феню фильтруй. Меня здесь, на родине, помнят и любят. И уже любезно предупредили, что местные пинкертоны в стойке. Ушки красные-красные, обзамоченные скважины натерли. Там подвалы, дай бог, что вообще услышать. Слышать и видеть – это удел таких, как ты, дорогой. Я признаю только тактильные ощущения. Вещь только тогда твоя, когда ее пощупать можно. Вот когда у меня в руках будут капсулы с этой дрянью, тогда я поверю, что ты свою жизнь не зря прожил. Это шутка. Я предпочитаю держаться от этой дряни подальше. Боишься, значит, заразы-то? Клюет. Клюет. Будем. Ты что, не один? Один. Может, пионеры с цветами? Можно? А здесь что? День открытых дверей? О, пионеры, пионерка. Петрович, с победой. Е2, Е4. Батя, ты же должен дачу в окрестностях топить. А он дедовщину практикует. Отправил же на себя гнома на лесопилку.
Пусть поработает. Он не за месяц. Годовой запас дров дел неизвестно куда. Ха, известно куда. Не надо было такому парню ключи от дачи давать. Так, ребятки, стаканы, стаканы. Бать, да расслабься ты. У нас же загул. Отгул. Так. Отгул, как это у нормальных людей называется. Между нами, девочками говоря, положенных трое суток на личную жизнь. Правильно говорю, Петрович? Правильно, правильно. Только смотрите, время уже пошло. А чё нас никто не встречает? Не вижу радостных лиц, накрытых столов. А? Есть кто живой? Кронштадтский мятеж подавлен, морячки! Выходи по одному, мы свои! Урод. Все в сборе, тогда начнем. 2 часа назад в управление, по данным Интерпола, поступила срочная информация. В город прибыл гражданин Дании Ульф Беннинсон с целью приобретения и дальнейшей перепродажи спор чумы. По нашим данным, датчанином будет предпринята попытка проникновения в подвалы чумного форта в Кронштадте, где якобы и находится тайник. В этой связи хочу представить вам нашего консультанта, Андрея Кинфеева. Надеюсь, он прояснит нам ситуацию. Пожалуйста, Андрей Никифорович. Исключить вероятность такого тайника, в котором находится биологический материал, нельзя. Можно только предположить, откуда такие сведения у злоумышленников. Скорее всего, это свидетельство небезызвестного доктора Плюшара. Именно в упомянутом форте в начале прошлого века проводились исследования по разработке противочумной вакцины. Плюшар в своих показаниях указывал на якобы имевшее место исчезновение сыворотки. Ссылки на это имеются и в докладных записках майора Бахчеевского, который отвечал за безопасность опытов. Однако, обращаю ваше внимание, в архивах сохранилась только часть деловой переписки, а официальные же бумаги, предположительно, были уничтожены. Ходит легенда, что существует план тайника, но, по моему убеждению, доверять косвенным доказательством не стоит. Насколько я понимаю, речь идет о страшном вирусе. В руках террористов это биологическое оружие. Надо брать этого Беннинсона немедленно, пока он не снарядил кротов. Я согласен со спецназом. Брать и все. Хочу разъяснить вам ситуацию и поставить все точки. Беннинсон никто иной, как Сеня Корсак. Небезызвестный вам. Он же Андрей Пельш, а ныне подданный датского королевства. Надеюсь, никому не надо объяснять, что мы не можем задержать иностранца только на том основании, что он организовал экспедицию спелеологов-экстремалов. Корсака надо брать. Надолго. Не выслать в 24 часа. А хорошо поработать с ним здесь. Поэтому мы вынуждены пойти на некоторый риск. Позволить им вынуть эти чертовы капсулы, если они на самом деле существуют. Западная стена здесь. Фомку. По плану сейф где-то здесь. Здесь. Ну что скажешь?
Можно рвануть. Нельзя, это кессоны. Ниже уровня. Сольет, как из бачка. Чего ж вы, ребята, ключик-то не взяли? Сейчас будешь золотишко делить. Может, утопим его, а? Запер! Ты чего? Лом, где? На входе. Бегом. Интурист! Интурист, как слышно меня? Это я, проводник твой! Интурист, отвечай! Слышит тебя, интурист, слышит, дорогой. Ну, рассказывай, гид, что видишь, где сам находишься? Жду впечатлений с нетерпением. Стеночку нашли! Но стеночка сложная. Боюсь, долго придется провозиться. Будем пробовать. Пробовать? Ты будешь со своей манькой, понял? Дорогой, у тебя времени вагон еще. Чтобы жить безбедно. Главное слово – жить. Так что через 30 минут жду радостных сообщений. Теперь главный номер программы. Чай. Практически на дверь указали. Может, я как самый молодой муха в универсам слетаю? Слушай, муха. Ты где пажеский корпус заканчивал, что в присутствии дамы о возрасте говорить? Да. Петрович, я сама заварю. Ты только ориентировку дай. Где чайник искать? Напряги мышцу интуиции, боец. С прихожей начни. Чай я никому не доверю. Это то немногое, чем обогатила меня долгая жизнь на Востоке. Момент. Чего-то я, батя, к чаю не проникся. Ни по возрасту, ни по желанию. Задержи дыхание. Это тебе не компот на третий. Он за это умение дорого заплатил. С семьей расстался. А дети? Сын до сих пор про отца правды не знает. Для радостных откровений время пока не наступило. Дай бог, если оно вообще когда-нибудь наступит. Ну, значит, обратный отчет в его жизни еще не начался. И то неплохо. Вот лом. Работай. Рвать надо. Нельзя, вода зальет. Слушай, я, по-твоему, похож на дятла, который об эту стену готов морду расплющить. Аккумуляторы сядут через полчаса. Да я аккуратненько, как крышку с бутылки пива сорву. Твоя стенка даже не дрогнет. Да там толщина метра два не меньше. Рви. Держи. Пацан, отвали. Отвали. Ушли все за стенку. Рот открой. Кёнигсберга. Вода, форты, мариманы. Получи пример. Могилы Канты не хватает. Я ж там родился. Фу. Как-нибудь специально приеду. Ну что, мужики, пошли? Давай. Пошли. Там
Ну его это золото, надо валить отсюда. Нет здесь золота и не было никогда. А что ж мы ищем, сука? Сторож чумы! Работай! Работай! Оба! Ладно, Димка, давай, вали к жёнушке под бочок. Бросай, товарищи. Только слышь, как договаривались? До 11-го ложись на дно, чтобы наши не расшифровали. А то меня ж домой не пустят, если узнают, что я здесь лишних 2 дня прохлаждался. Ладно, бойцы, давайте, давайте. Только учтите, что есть болезни, от которых никакие парамедики не помогут. Задницу я вашу прикрою перед родными, но смотрите сами. Сюда положи! Сюда! Нам отсюда не выйти! Дай! Прием! Прием! Всем, кто меня слышит! СОС! Мы в подвалах Чумного форта! Западное крыло! Кронштадт! Вода прибывает! Нас 3 человека! Помогите! Повторяю! Внимание! Всем, кто меня слышит! Ух ты! Помогите! Мы в подвалах Чумного форта! Ребята! Здесь проблема! СОС! И почему люди так легко расстаются с жизнью? Зачем так просто подписать себе смертный приговор? Какое бездушие? Это же грех? Не гони волну, пацаны толковые. Может быть, прорвутся. Вряд ли. Уничтожай. Это уже не люди, а улики. Я дам 2 часа. Может, получится, да и товар жалко. Час. Коля, давай. Значится здесь, а. Ну, можно было бы и по суше просквозиться. Но потерпевшие по суше не прошли. Стало быть, по суше нельзя. Ты загадками не говори, времени нет. Как я попаду в западную часть? Так я и разъясняю. Здесь, а, поднырнешь, войдешь в канализационную трубу, пройдешь по ней, а выйдешь уже внутри западного крыла. Угу. Димка, ну давай лучше попробуем с фортов, ладно? Здесь только время потеряем. С форта никак. Там катакомбы, заблудитесь. Ясно. А со стороны причала? Со стороны причала вообще нельзя. А здесь я ныряй не хочу. Слушайся меня, я тут как рыбка в мутной воде. Хватит воздуха на час. Фу. Здесь мы дождемся помощи. Пошел. Учение МЧС в Кронштадте — хорошее прикрытие для нас. Так что кладоискателей будем брать на суше. С капсулами.
Да. Товарищ капитан, с чумового форта получен сигнал СОС. В подвалах люди Корсика. Их заливают. Вокруг форта оцепление. Быстро. А карантин? Я решу насчет карантина. Там сейчас спасатели работают. Какие такие спасатели? Бригада МЧС. Еще этого не хватало. Убирай их к чертовой матери. Слушаюсь. Да узнаешь, что за люди. Как бы это ни оказались люди Корсика. Но я не уполномочен. Все. Я начинаю операцию. Буду через 40 минут. Да. Не дал нам Беннинсон за праздничным столом не учила. За товаром. Я что, похож на снабженца? МЧС. МЧС. Ладно. Лежать тихо. Самим нам отсюда не выбраться. Будем ждать помощи. А может, с нами? На дачу? Правда, Петрович, поехали. Гном, наверное, уже баньку протопил. Слушаю. Петрович, привет, с праздником. И тебя с победой. Спасибо, что позвонил. И тебе спасибо. Я знаю, ты так просто не звонишь. Что случилось? Да. Понимаешь, что такое дело? Сегодня группа людей проникла в чумный форт. Надеюсь, вы задействовали Вегу? Там есть ребята толковые. Да, Вега уже на месте. Опять внутренние чего-то затеяли. Вы имется. Просто какие-то оборотни в погонах. Информация подтверждает реальность угрозы. Ты понимаешь, Петрович? А если моих ребят подключить? Даже если бы я хотел подключить твоих людей, уже поздно. Пловцов могут принять за людей Корсика, спецназ уже на позиции. Счет на минуты. Да. Петрович, тут есть еще одно обстоятельство. Батя, если... Форта был получен сигнал СОС. Внутренние войска не отпускай. Оказавшаяся поблизости группа МЧС вышла на помощь. Всей страны. Среди них твой сын, Дмитрий Одинцов. Бойся, я тебя в обиду не... Он сейчас в затопленных подвалах форта. Как, Димка? Они возвращались с учения и приняли сигнал бедствия. Дима погрузился первым. Связи с ним нет. Обстановка сложная. Поехали. Стоять! Люблю я эту страну. Ты где? Я на выезде из города. Бери с Настей, встречаемся у разбитой четверки. Есть.
Ради бога, извини. Что случилось? Дела казенные. Хорошо. Вот здесь останови, пожалуйста. Счастливо. Эти говнолазы оказались заминированными. Только что их пахана взяли. У них взрывчатка за пазухой. А они ни сном, ни духом. Через 20 минут как бабахнет. Слышь, браток, ну за это время мы успеем прогуляться и туда, и обратно. Заводи мотор, я сказал. Угроза бактериологического заражения. Действуем в режиме война. Послушай, будь ты человеком. Ты нас не видел. Туда наш спасатель ушел. У него кислорода на 8 минут осталось. А ты за него не беспокойся. Ему орден дадут. И пенсию детям. Заводи! Ну, что за спешка? Я уже почти дров наколол. Готовность 2 минуты. Что с Петровичем? Личное. Все потом. Дорогой, штабные опять не договорились. Тоже от горячего чая не отказался. Отводи своих бойцов. Косок уже никого не приведет. Эти уроды активировали взрывчатку. Ну вот и Петрович. Пока свободно. Есть. Привет. Надеюсь, ты без ныряльщиков. Мы не знаем, что сейчас происходит в подвалах. Операция под угрозой. О людях надо думать, полковник, а не о результатах операции. Кто-то из кротов заряжен. Через 20 минут взрыв. Через 19 минут 15 секунд. Какие будут соображения, командир? Работать будем двумя звеньями. Левый коридор 30 градусов вниз. Вероятно, искомый. Интуиция? Знание. Так строили сухие доки в Пилау. Батя, без оборудования не пройти. Гном Бизон, давайте за снастями. Есть. Есть. Ой.
Я первый. Слушай приказ. Вернуться в зону Б. Отбой. Как понял? Первый, я двойка. Повторите. Я первый. Повторяю. Вернуться в зону Б. Через 16 минут произойдет взрыв. Уводи людей. Это приказ. Активирована взрывчатка. Начался обратный отсчет. Первый, не слышу вас. Очевидно, стены экранируют. Попробуем связаться через 10 минут. Левый, вероятный. Работаем я и Бизон. Вы с гномом прикрываете справа. Там может потребоваться дезактивация. Моя прямая работа, командир. Отставить. Работаем, осталось 14. Время связи. Второй. Мы возвращаемся. Восточный коридор пуст. Влад, понял. Возвращайтесь. Сплошные лабиринты. Понастроили катакомб за казенный счет. А? И куда? Угол наклона. Да вроде одинаково. Я бы и сам ломанулся в тот, который... Первый. Внизу. Первый, слушаю тебя, я двойка. Осталось 8 минут до взрыва. Приказ вернуться. Первый. Первый, мы у цели. Точку возврата прошли, теперь поздно. Мне нужна твоя помощь. Впереди 2 тоннеля. В расшифровке МЧС стоит западное крыло. Минус 2,5 под уровнем. Нам туда. Почему ты не ушел? Ты же мог. Не мог. Почему? Вопросы какие-то ты странные задаешь. Побереги воздух. Слышь, а тебя как зовут? Обычно. Помогите. Иногда СОС жалобными глазами. Ну, не такими уж и жалобными. Вы не имеете права. Я требую генерального консула и без адвоката рта не открою. И вообще, предъявите постановление прокурора в 3 экземплярах на датском языке. Эх, Сеня, думаешь, и на этот раз отмазаться? Может, и отмажешься. Только теплую встречу с твоими бывшими корешами в камере я тебе обеспечу. Они тебя уже давно дожидаются. Нет, нет, в камеру мне нельзя. Нельзя, нет, нет, не то. Корешей не боишься? То, нет. Кто заряжен? Нельзя в камеру. Пацан.
заряжен пацан. Как слышишь? Пацан! Кто пацан? Я. Бизон. Посмотри рюкзак. Живей, дорогой. Батя, есть! А вот теперь не спеши. Русалка, давай на счет три. Красный. Синий, желтый. Желтый. Первый, я двойка. Отбой. Все, Петрович. Марш! Давненько мы не виделись, да? Слава Богу! Молодец, русалка! Не зря на курсах повышалась. Ты про что? Я про желтый проводок. Лихо ты его, бах, и готово. Зачет. Дурак ты, боцман. Ляпнула первое, что пришло. Ты чего? А ты чего? Ты хоть помнишь, что ты меня спросил с испугу за 6 секунд до взрыва? Молодец! Вот она, боец, твоя мышца интуиции. А что было-то? М? Да ничего. Ничего! Ну вот и встретились. Еще. Обязательно с тобой поговорить. Ну, как себя лучше? Сейчас. Давай, доктор, ну, осторожно. Угу. Ну что, может, в баню? А что? Время еще есть. Гном, дрова остались? Какие дрова? Ты о чем? Пошли.